все те команды, которые внизу турнирной таблицы оказались, очень здорово добавили во второй половине сезона. Поэтому такая конкуренция. Бальбуэна. Ах, какая ошибка. А вот отсюда можно и пробить. Дзобни на исполнение. Кладет мяч точно в цель. Ну, какой красавец. Каким хладнокровием сыграл молодой футболист. Знаете, другой бы сейчас как разбежался бы, как дал с подъема на три этажа, что называется, выше ворота. А он с таким вот спокойствием на технику просто в уголочек. Ну, красавец. Аплодируем Дзобнину. Перехитрил он Заболотного. Вот такой вот гроссмейстерский удар. Игрок молодой, а как зрелый мастер в этой ситуации себя повел. Джуджак, здорово мяч пропустил и удар в угол. Позицию не лучшую выбрал голкипер. Не успели здесь накрыть Дзобнина игроки обороны Урала. Но еще раз повторяю, очень мудро сыграл молодой игрок. Не по годам. Динамовцы вырываются вперед по счету на 34-й минуте. Давайте это отметим. Ну и поздравим с голом молодого игрока.